Хвистко, на кого он будет передачу давать, мы посмотрим. Опасный момент. Я думаю, неправильно чуть расположились игроки Украины Чермета. Я думаю, надо закрыть и правую, и левую штангу. Совершенно, ну, левую, правую никто не закрывает. И передача. Удар в тот незащищенный угол. Мы с вами были правы. Неправильное расположение игроков. Команда правого фланга. Но не сумел. Рядом находится, я нахожусь рядом со скамейкой запасных команды Украины Чермет. И нормально вы слышите. Опасная атака. И второй мяч забивает ворота Украины Чермета, капитан команды ХКБ Хвистко. Образцова пока не у штангу замыкает Хвистко. Остались последние 10 минут. Остались последние 10 минут матча. Борьба обостряется. Опасный момент у ворота у Коронега Чермет. И 12-й номер команды открывает третий мяч.